Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys, и я продолжаю собирать наклейки в альбомы Panini. Как обычно, сегодня открою 5 пакетиков к 4 альбомам. Лига Справедливости, Тачки 3, Принцесса Дисней, Следуй за мечтой и Фантастические твари плюс лучшие моменты из Гарри Поттера. Надеюсь, сегодня будет поменьше повторов и побольше новых наклеек. И первым альбомом будет Тачки 3. В нем всего 208 наклеек, у меня уже собрано 123. Погнали! Составная наклейка – это Док Хадсон, Маквин, Круз Рамирос и Старые гонщики, Маквин и Выхлоп, Маквин с кубком на трейлере, наклейка-раскладушка со Старыми гонщиками. Маквин и Док Хадсон, Молния Маквин в гонке, а вот и сама гонка. А тут Маквин соревнуется с Джексоном Штормом. Это гонщик под номером 24 Чейз Рацелот. Док Хадсон, фанат Маквина, Круз Рамирос, Луиджи и Гвидо, Маквин и Салли. Еще одна наклейка-раскладушка, ох и везет сегодня на них. Это какой-то старый гонщик. Это спонсор команды Диноко. Маквин в грунтовке. Выхлоп. Круз Рамирос на гонке с Маквином и Луиджи. И попался спец из постера. Это Молния Маквин. Составная наклейка. Это Стерлинг и Маквин. Молния Маквин что-то увидел. Это прикольный микроавтобус Арви. С гонок во враге грома. Гоночный трек. Составной спец. Это Маквин с очень серьезным взглядом. Из 5 пакетиков мне попалось 16 повторок и 9 новых наклеек. Давайте их приклеим. Вот такая наклейка-раскладушка. Все наклейки приклеены, давайте подведем итоги. Теперь у меня собрано в журнале 131 наклейка из 208. Осталось найти еще 77. Идем дальше. Второй альбом «Фантастические твари и где они обитают», плюс лучшие моменты из Гарри Поттера. Всего в нем 240 наклеек, у меня уже собрано 173. Якоб Ковальский, Квинни Голдштейн. Фигурная наклейка на белом фоне. Ковальский и Ньют Саламандр. Это Рождество в штабе Ордена Феникса из Гарри Поттера. Это Русалит, очень злобная. Тина Голдштейн в Макуса. Спец золотистой рамки из Гарри Поттера. Это братья Уизли, выручай комнате. Молодой Том Риддл. Девочка из фантастических тварей. Кикимер. Гарри Поттер играет в квиддич. Термонаклейка. При нагревании чемоданчик растворяется и проявляется какая-то фантастическая тварь. Давайте попробуем. Вот он, кто-то выглядывает. Очень похож на ленивца. Потом в альбоме посмотрим, как его зовут. Гиппогриф нападает на Малфоя. Нюхаль грабит банк. Умершие родители Гарри Поттера и Ремус Люпин.
Ньют Саламандер и Тина Голдштейн. Золотистый спец Ньют Саламандер. Повторка. Банк Гринготс из Гарри Поттера. Ньют и Тина Голдштейн. Профессор Дамблдор. Опять Ньют с Тиной, но это уже спец золотистой рамки. А вот, кстати, это повторка. А это Ньюта Саламандра поймали в Макуса. Помните, когда хотели казнить Тину Голдштейн? Какой-то странный чемоданчик, забыл, что в нем. И вот такое яйцо. Из 5 пакетиков мне попалось 17 повторок и всего лишь 8 новых наклеек. Давайте их приклеим. Это существо звали Камуфлори. Все наклейки приклеены. Теперь у меня из 240 наклеек собрано 181. Осталось найти еще 59. Следующий альбом «Принцесса Дисней. Следуй за мечтой». Всего в нем 204 наклейки. У меня уже собрано 111. Серебристый спец. Это красавица Белль с розой. Золушка с феей крестной. Аладдин и Жасмин. Русалочка Ариэль. И Мерида. Золушка. Белоснежка с животными общается. А тут Белоснежка уже танцует и поет с гномами. Белль с книжкой. И Тиана с лягушкой. Тиана поет песню. Мерида стреляет из лука. Золушка в бальном платье. Ариэль. И еще Ариэль. А это Рапунцель в короне. Повторка. Тиана. Белоснежка целует гнома Доппи. У русалочки Ариэль появились ноги. И все удивились. Рапунцель и ее любимая лошадь. Золушка, Мерида, Ариэль и Флаундер куда-то поплыли. И повторка. Пока в «Принцессах Дисней» мне попалось больше всего новых наклеек. 10 штук и 15 повторок. Давайте клеить! Все наклейки приклеены. Давайте подведем итоги. Из 204 наклеек у меня уже собрано 121. Осталось найти еще 83. И последний на сегодня альбом «Лига справедливости». В нем всего 228 наклеек. У меня уже собрано 98. Кларк Кент. Спецнаклейка с доктором Ядом из «Чудо-женщины». Этого парня я не помню. А вот еще один спец, Аквамен, выглядит очень брутально. И Диана.
значок Лиги Справедливости, Брюс Уэйн в своем убежище, Диана, это кадр из Чудо-женщины и еще Диана. Флэш, Аквамен с вилами. Спец из плаката, это чей-то значок. Ну, наверное, либо Киборга, либо Аквамена. Это немецкий военачальник из Чудо-женщины. А вот и сама Чудо-женщина. Бэтмен и Чудо-женщина и половинка Киборга. Чей-то кабинет. Чудо-женщина. Команда Чудо-женщины. Лекс Лютер. Опять тот же самый непонятный кабинет. Значок Бэтмена. А вот и сам Бэтмен. Снайпер из Чудо-женщины. И Лига Справедливости. Лига Справедливости оказалась самым удачным альбомом. Всего лишь 8 повторок и 17 новых наклеек. Давайте их приклеим. Длинноволосый парень, это Лекс Лютер, не узнал его без очков. Это оказалась комната Барри Аллена, он же Флэш. Все наклейки приклеены, давайте подведем итоги. Из 228 наклеек у меня уже собрано 114, осталось найти еще 112. К сожалению, повторки сегодня победили. Из 100 наклеек мне попалось 56 повторок и 44 новые наклейки. Но ничего, повезет в следующий раз. Какой из этих 4 альбомов вам больше всего нравится, напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки и пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку, сегодня без сладкого.